Голос биткоина в парламенте Австралии. Как сообщает Sydney Morning Herald, сенаторы как лейбористской, так и либеральной партии призвали Резервный банк Австралии к официальному признанию биткоина и технологии блокчейн. Сенаторы от противоборствующих партий решили выбрать совместный путь по этому вопросу. Первое предложение поступило от сенаторов Сэма Дастиари от лейбористской партии и Джейн Ньюм от либеральной партии, после того, как цена биткоина взлетела до $4000. Сенатор Дастиари утверждает, что цифровая валюта уже стала серьезным финансовым игроком, и Австралия рискует остаться в стороне, если не начнет развивать собственную официальную криптовалюту и использовать блокчейн на рынке.